На улице 28 градусов тепла. Вот я решил сегодня в выходные дни прокатиться немного по такому небольшому городку. Это недалеко здесь от Токио. Ну и показать вам заодно, как здесь люди живут. То есть все это интересно достаточно. То есть и сегодня, ну, просто замечательная погода. И как раз самое то для съемок. Время для съемок. Ну что, поехали. Здесь достаточно приятный такой городок, много зелени, красиво все так оформлено.
на пригород, хотя на самом деле это город. Тут как-то совмещено дачи с жилыми домами.